У вас СССР отвалился. Черный август для русскомирцев. Ах, какую страну! Возможен ли СССР 2.0 и почему Путин даже не поздний Брежнев? Здравствуйте, я Наталья Власова и программа «Не сегодня». Подпишитесь на наш YouTube-канал и скучать вам придется точно не сегодня. Конец августа – время воспоминаний. Ко дню независимости все годы существования современной Украины историки, политики, общественные деятели обычно вспоминали непростой путь нашей страны к самостоятельности. Спустя годы дискуссия значительно поменяла тональность. Легкая ностальгия за СССР – моветон. А одной из главных идей стала просьба к агрессивным северным соседям просто отстать от нас – и дать нам жить своей жизнью. На России наоборот. Августовские дни – это время фантомных болей за утраченной империей. От колбасы за 2.20 до Карибского кризиса. Кремлевские вожди пытаются изнасиловать ход истории и повернуть время вспять. Жить не будущим, а прошлым. Причем прошлым, которое было однозначно не таким прекрасным. Итак, о той стране, о которой на России говорят, что ее про. Но тут есть нюанс. Гадить на головы соседям и собственным гражданам и в СССР, и при нынешней РФ правящая элита умеет едва ли не лучше всех в мире. Псевдоимперский смрад от жидких струй величия всегда отравлял жизнь планете. От пакта Молотова-Риббентропа и заигрывания с Гитлером в 30-х годах до операции «Дунай» и вторжения в Чехословакию в 68-м. А маховик холодной войны, который активно раскручивали советские вожди, жертвуя целыми отраслями экономики ради гонки вооружений. Голые, босые, простоволосые, но зато с ядерной дубинкой. При этом элита вся с импортной техникой, одеждой от мировых дизайнеров, деликатесами со всех краев света, поездками на лучшие мировые курорты. Что поменялось спустя 32 года после развала СССР? Теперь просто деньги уже не в сейфах на правительственных дачах держат, а на счетах в зарубежных банках. Для целых регионов Росфедерации жизнь и вовсе застыла еще со времен Октябрьской революции. Хибары, выгребные ямы, полоскалки в речках. Не зря Путин войну трущобам объявляет уже лет 20. Но то, что не получилось у Сталина, Хрущева, Брежнева и Андропова, вряд ли получится у выкормыша питерских подворотен, который в уровне паранойи и человеконенавистничества переплюнул Иосифа Виссарионовича, а в уровне мещанства и позерства – позднего Леонида Ильича. Но вот в каких-то управленческих навыках ему и до советских вождей, как до Луны. Кстати, о Луне. Надо отдать должное. В СССР осваивали космос, а не только бюджеты на безумные проекты. Додумали ли тогда, что потомки Гагарина будут не ракетами в космос ученых возить, как на ежедневную работу, а запускать ракеты по драмтеатрам и многоэтажкам в Украине? И что не освоение космоса, а захват украинского Мелитополя будет задачей российского государства? Чтобы показать всем ту самую Кузькину мать, придется положить десятки тысяч жизней своих солдат и разрушить до основания город Бахмут. И вместо новых разработок – переделка старых москвичей с помощью китайских запчастей. И с Луной ситуация будет намного печальнее. Луна-25. Из анонса. Русский сенсационный проект, который смог напугать Германию, США и порвать Украину, у которой теперь есть еще одна фобия. Как все закончилось? Ожидаемо. И не осколки ли этой многомиллиардной вундервафли падали на головы россиянам? Да так, что пришлось вводить план ковер и закрывать аэропорты. Или это из другого величия? Как геостратег Путин добился, что над Москвой летают не самолеты, а беспилотники? И снова о космосе. Каких прорывов стоило ждать от отрасли, где долгое время рулил такой человек, как Рогозин? Напомню, на заре своей политической карьеры он из-под тишка зиговал и продвигал тезисы «Россия для русских, Москва для москвичей». Теперь вот натурально порвал задницу, чтобы бороться с какими-то вымышленными нацистами в Украине.
При этом делает это с абсолютной тупостью и варварством. Например, бывший глава Роскосмоса хвастается, что из Васильевки, это временно оккупированное село в Запорожской области, россияне ведут огонь по позициям ВСУ из, цитирую, «самодельной ракетной установки «Град-партизан». То есть эти идиоты взяли ржавую пусковую установку, коих в свое время СССР навез из стран Африки и гуляют из нее градами на отмаш. Ведь ни о какой точности такого приспособления, кроме как уничтожения близлежащих сел, полей и оврагов, речь не идет. Но космический кретин Рогозин считает, что это нано-новинка, и весь мир обязательно испугается такой находчивости Росрейха. Стоит ли говорить, что, имея таких соседей, ностальгировать можно разве что по временам Киевской Руси, когда исконно русскими территориями были лишь болота под современной Москвой. А мы верим, что туда и вернутся все оккупанты. Нам их земли не надо, но и свою мы не отдадим. Верим в нашу армию, верим в Украину. Унывать мы будем точно не сегодня.